Написанная в конце 19 века, актуальна и по сей день. В Новокузнецком драматическом театре состоялась премьера спектакля «Иванов» по мотивам пьесы Антона Чехова. Какое оно современное прочтение классического произведения, узнавали мои коллеги. По словам режиссера Петра Шерешевского, русский писатель Антон Чехов – один из его самых любимых авторов. Поэтому сомнений, браться или нет за постановку у него не было. Тем более, что драматический театр с этим спектаклем связывает долгая история. Пьеса «Иванов» ставилась здесь на подмостках и в 30-е, и в 60-е годы. И вот в начале 21 века драма с новым видением и прочтением всколыхнет новокузнецкого зрителя. Такой получился спектакль. Очень провокативный. И наверняка он будет раскалывать зрительскую аудиторию пополам, потому что кто-то примет, кто-то не примет. Это очень непривычный Чехов, очень такой практически немецкий театр, да, очень резкий, очень с такими провокативным и музыкальным рядом, и провокативными режиссерскими ходами. Сыграть признанного мирового классика Антона Павловича Чехова – дело действительно непростое. Однако актеры Новокузнецкого драматического театра бесспорно с этим не просто справились, но и сделали это блестяще. Даже несмотря на то, что спектакль эмоционально очень насыщен. Как признается главный актер Андрей Ковзель, играть в пьесе по мотивам самого русского писателя в традициях европейского театра интересно, но сложно. Сложно эмоционально, сложно технически. Я не могу сказать, что у меня сразу там что-то не получалось. Нет, мы пробовали, но все равно дойти до той степени открытости, настоящей эмоции, это как бы стоило таких усилий. Нужно было все через себя пропустить. Нет, то, что если ты то есть сыграешь в это сразу будет видно вот в данной форме спектакля. История про непоправимые человеческие ошибки. Именно так можно назвать драму «Иванов». Эмоциональная, яркая и противоречивая. Такой, как и должна выглядеть пьеса во все времена. То есть не давать прямого ответа, а оставлять право выбора самому зрителю. Театр в очередной раз доказал, что ранее произведение Чехова о неоднозначности человеческого характера до сих пор актуально для постановки на сцене. Надежда Перлагашева, Андрей Чудаев, новости Нова ТВ.